В общем, видео о том, как получить награду и артефакт, и еще и Митяя вытащить у сталкера Медведь. Соглашаемся на квест. Я разберусь. Надо договариваться. Давай артефакт. Все, есть у нас артефакт. Появился. Отправляемся на склад контейнеров. Вот сюда. Так, приходим на базу. Насчет пленного сталкера к бугру вашему. Все, проходим, проходим. Для большей эффективности взять какое-нибудь оружие ненужное, скинуть нашему сталкеру. Хочу выкупить. У меня есть столько денег. Ничего, конечно, нет, вернуть позже. Все, оставляем. Скидываем нашему братку оружие. Оно благополучно берет. И мы начинаем хуячить всех подряд. И все, поехали. Убиваем всех подряд. Ужас, нахуй, ёбаный. Всех мы убили. Теперь идем к Митяю обратно. Идем, идем, идем. Да, двигаем прямо сейчас. Все, ебать. Типок посидел, подождал, пока мы всех убьем. Спокойненько с ним идем. Наянов. Встретимся возле вокзала. Все, идем. В общем, что у нас получилось? Задание выполнено. Артефакт у меня. И у медведя, точнее, берем еще и остальные награды. Все, весь смысл в этом.